Ну что, вот и подходит к концу эпопея не только с лучшим кораблем на конкурсе Ship Showdown, но и истерия вокруг того же, когда Тайлер Уиткин, он же Зайла, покажет свое лицо в цветах Арго. Кстати, на момент записи этого видео голоса за Меркури и Импуф практически равны, за исключением лишь небольшого перевеса в сторону последнего. Здрасте, господа! А теперь давайте поговорим сначала о том, что один из разработчиков, Чад Маккини, подтвердил в своем твите. Они завершили работу над патчем 3.15 и, соответственно, отметили это событие. А это значит, что уже в этот момент команда по качеству и другие ответственные за компиляцию рабочего билда занимаются сборкой лего-конструктора, чтобы выдать что-то вменяемое Эвокате. Однако вокруг патча кто-то втихаря пустил слух о том, что ранние тесты 3.15 могут обойтись без Эвокате. Странное заявление, да? Которое еще к тому же очень сомнительное. Ну да ладно. При всем при этом, по традиции, самые первые сборки, которые удается доставить до Эва, могут жить от силы несколько минут, и только получив все необходимые данные, разработчики внедряют более стабильные сборки. Однако, в оправдании ЦИК скажу, и те, кто является Эвокати и регулярно ходит на такого рода мероприятия, тоже подтвердят. Последние два патча, это 3.13 и 3.14, ЦИК выкидывают достаточно стабильные, особенно это были первые сборки. Стоит ли ожидать ранний билд на этой неделе, лично для меня сомнительно. А вот уже следующая неделя должна нас порадовать сливами геймплея, первыми фидбэками и о том, что из себя представляет медицина, система инвентаря и та самая технология Long Persistence. Все это будет на нашем канале, поэтому не пропустите. Еще из интересного — статистика ивента по ксеноугрозе. Давайте глянем. Итак, ящиков участники доставили, внимание, более 1 миллиона штук. Из самых востребованных оказались Zeta Prolanit, более 500 000. Чуть меньше — это Dilutermex и Acrylplex. Господи, кто придумал такие названия. Уничтожено 11 500 идрисов. И вот тут, внимание, 2 миллиона пиратов и 66 тысяч реальных игроков. Основную машину в ивенте игроки использовали Anvil Hurricane, оно неудивительно. Далее Андромеда и Катлас. Из самых убиваемых оказался Катлас, Avenger Titan, Hurricane, и далее Arrow и Андромеда. Ну и логично стоило предположить, что 3.14 в основном игралось на энергетических орудиях, в их числе лазерные репитеры и кэноны. А вот что оказалось приятным, так это то, что по количеству киллов пиратских кораблей лидером стал наш сокорп с ником Saberu. И это вся статистика ивента. Если честно, я вот не могу взять в толк наших западных коллег, которые в очередной раз восхищались тем, что им предстояло пройти еще раз тот же самый ивент. Лично для меня это было как-то очень странно, ведь нововведений фактически не было, а изначальный сценарий зимой был, ну, намного интереснее, когда вам приходилось сначала добывать коробки, везти их на Джерика, затем лететь вообще за тысячи километров в другую точку и оберегать транспортник в виде Старфаррера, пока он долетит до станции, заполнится и полетит обратно. Баги, конечно, все это сопровождали, но сама идея была куда интереснее, нежели то, что оказалось вот недавно. Теперь поговорим про дорожную карту, а точнее про то, что разработчики закончили второе планетарное существо космических китов. Напомню, первым был Борел Сталкер, обитающий на Майкротеке. Это, конечно, не означает того, что их сразу вот-вот ведут в постоянную вселенную. Здесь необходимо крутить им мозги, при всем при том, что нам еще и говорили, система Кванта будет управлять ими так же, как и другими NPC. Ну, новость полезная. Из полезностей также слухи о том, что материал, который готовят разработчики на CitizenCon, практически завершен, и первым релизом этой информации станет программка, которую публикуют уже на этих выходных, поэтому и здесь нам будет о чем поговорить. Еще из интересностей по дорожной карте, разработчики закончили создавать мозги для дилеров, которые будут обитать в том числе на Пайра, система жизнеобеспечения версия T0, Orison версия 2 и улучшение гибридных сервисов. Вот интересно также. Они будут доделывать технологию волюметрических облаков или останется это все также на том же уровне? К сожалению, пока нам это не анонсировали, но я думаю, что все-таки какая-то работа в этом направлении должна была провестись уже к патчу 3.15.
Кстати, в этот раз разработчики провели минимальные изменения в дорожной карте, в особенности для 3.15, подтвердив лишь и так давно известную информацию о готовности интерьеров, больниц и поликлиник. Ну и на сегодня, пожалуй, хватит, да? А расскажите, чем вы занимались на ивенте PAX на угрозе, чем вы пользовались, сколько, по-вашему, человек было уничтожено, сколько было уничтожено пиратов вообще, насколько понравился вам сам сюжет этого ивента и чего вы ждете далее. Но также не забывайте подписываться, ставить лайки этому видео, если оно было достаточно полезным. И оцените нашу схему, на которую мы перешли совсем вот недавно, делая ролики не раз в неделю полностью информационные, посвященные Star Citizen и недельному обзору, а такой вид, когда под каждую новость выходит каждый раз новое видео. В общем, пишите, оценивайте, нам это действительно интересно. Ну а я побежал, давайте, до скорого!